казалось дорогой. Не только в житийном, но и в самом житейском смысле. Поезда, электрички, самолеты, автобусы, машины и снова поезда. Сколько раз она проезжала мимо своего родного Краматорска, где поезд стоит-то всего 3 минуты дальше, на юг, в Армавир, Краснодар, ради съемок в нескольких эпизодах. Время можно было измерять не неделями и годами, а поездами и кинолентами. В такой системе мер жизнь Майи Булгаковой значительно длиннее, чем в привычных календарных датах. Родилась 19 мая 1932 года. Трагически погибла 7 октября 1994. Автокатастрофа. Дорога оборвалась, как будто по дороге резанули бритвой. Но и там, за последней чертой, Майя наверняка куда-то мчится, торопится, летит. Не только по своим делам. Ей есть о ком заботиться за пределами земного круга. Там те, кто ее любил, с кем она делилась своим теплом и своим женским магнетизмом, которым Господь наделил ее щедро. Там ее любовь, больше, чем любовь. Уж ей-то, как никому другому, хорошо известно, что истинная любовь даруется избранным. Это талант — уметь любить. Многие люди проживают и спокойно. А уметь любить, и чтобы тебя полюбили, это тоже талант. Странная вещь. Кажется, что Майя Булгакова прожила две совершенно разные земные жизни. Экранную, где ее героини часто надрывно страдали, теряли близких, терзались тяготами быта, пропадали без ласки и уюта. И частную, личную, которую переполняли иные страсти, любовные, интимные, роковые. На самом деле, обе эти жизни были неразрывно переплетены и подпитывали друг друга. И обе управлялись той таинственной силой, которой нет названия, но которую так чувствуют представители сильной половины человечества. В определенном смысле Майя Булгакова была женщиной Достоевского, то есть в ней одновременно жила Екатерина Ивановна и Настасья Филипповна. Страдание и колдовская страсть. Интересно, что когда в давнем фильме о частной жизни Достоевского Майю Булгакову в шутку спросили, могла бы она стать женой или любовницей такого человека, как Федор Михайлович, она отвечала со всей серьезностью. Я бы при нем погибла бы, как я. Я не знаю, у нас бы не получилось, наверное. Хотя бы я могла ему приходить утром убирать, стирать носки, делать кофе. В нескольких фразах вся Майя. Каждый ее роман и каждое замужество подкреплялись какой-то невероятной и для многих неведомой заботой. Майя была и любовницей, и матерью. Матерью и любовницей, как бы ни толковал этот извечный сплав сам Фрейд. У Майи этот сплав, этот дар был высшей пробы, и многих мужчин в жизни Майи именно он сводил с ума. Кстати, в греческой мифологии имя Майи, горной нимфы, воспринимается как матушка, кормилица. Но это, разумеется, совершенно случайное совпадение. Впрочем, и Фрейд в этих толкованиях тоже фигура случайная. Все равно абсолютных ответов на вопрос, за что так любили Майю, не существует. Она эту тайну унесла с собой. Абсолютно лишь то, что любви Майи Булгаковой было отпущено словно бы за всех тех, кого любовь обошла, в том числе за всех ее героинь, как правило, некрасивых, неудачливых, измученных одиночеством. Вся жизнь ее – сама любовь, причем не только в каком-то фигуральном, насказательном, метафорическом смысле, но и в самом буквальном. Сострадательный подтекст Майиной любовной ауре – самая доступная область толкования. Все остальное, именно физический, плотский, так сказать, текст ее естества, закрыт от чужого глаза навсегда. А ее собственные признания и свидетельства людей, близко знавших ее, лишь разжигают желание разгадать эту тайну с магическим именем Майя. Она была так хороша, от нее нельзя было оторвать глаз. Татьяна Конюхова. Ее дружба с Булгаковой началась еще в Авгике. «Какая же ты красивая!
часто говорила конюху, и Майя Булгакова, словно бы подразумевая свой явный проигрыш рядом с нею. Когда она шла, о боже, что творилось с мужчинами, то есть не было ни одного мужика, который бы вообще не оглянулся ей вслед. Она шествовала по земле с таким достоинством женщины, прекрасной, любимой. Я имею в виду вдохновение, которое всегда окрашивало ее любовь. Вот всегда было, она всегда была влюбленная. Эти любви были разные. Были, которые я получала заряд какой-то и была счастлива. Были несчастные. Но сегодня, когда прошло время, я с благодарностью смотрю на тех людей, на тех мужчин, которые меня сколько-то любили, кого я обожала, там, поклонялась, потому что они меня, даже в том, что кто-то меня покидал, они меня сегодня не забыли никто, позванивают. И они меня сделали для моей работы богаче. Сострадание к людям, уметь простить, пропустить лишнее, что тебе не надо. Ну, и любовь зрителей. Эти интервью Майи Булгаковой датированы декабрем 1993 года, когда, несмотря на все проблемы и неурядицы, жизнь казалась долгой и счастливой. Я вам не могу это рассказать. Как это получается? Как это? Вот глаза встречаются ли глазами, руки, или запах тебе человека, или его какой-то тембр голосовой. Все остальное потом, ты влюбляешься, когда это уже твоя фантазия вокруг этой любви. Ты себе придумываешь, так как и он тебя придумал. Все лучше. И самый красивый человек не будет сравним с тем, кого ты любишь. Самый умный, если даже твой муж дурак, будет дураком по сравнению. Замужем она была четырежды. Во всяком случае, так считается официально. Но и все другие ее связи, романы, по сути, тоже были замужеством. Потому что всякий раз Майя не просто влюблялась, а венчалась на небесах. Любовная интрижка, адюльтер – это не о Майе. О Майе, когда роман века, когда сумасшедшая страсть, когда неостановимо хлещет жизнь, когда весь мир должен быть вовлечен в это вселенское чувство. Она самая первая из наших студенток, она первая выскочила замуж. Мы вдруг смотрим у нее, когда она пришла, у нее в открытую, так сказать, остался след, так сказать, большой любви. Ну, в то время вообще, чтобы был синяк, так сказать, от поцелуя, но это что-то было неприличное, непристойное. И мы давай скорее ее убеждать, чтобы она это закрыла, так повела и так лениво. Говорит, девочки, это же страсть. Первый мой муж, от которого Зиночка, очень хороший оператор Анатолий Ниточкин. Он работал в Данелле, подключал. Вот одна из его картин. А второй мой муж, Алексей Гаврилович, ваш, так сказать, коллега на телевидении, который делает, на мой взгляд, свое личное кино. И несет гены своего папки, недавно ушедшего Евгения Васильевича. Вот от них Мария у нас. Я знаю то, что был безумный роман между отцом и матерью. Был безумный, на самом деле, они сами очень
люди буйные были, очень непростые. Буйные, страстные, непростые. Причем я в хорошем смысле говорю. Естественно, роман таких людей он не мог быть простым или каким-то. Но роман, наверное, хорош тем, что он сложен. Мария Габрилович, дочь Булгаковой, Вера Дренова, сестра Булгаковой. Вера выросла в Краматорске, в этих улочках, в этих пейзажах. Она хорошо помнит первый приезд из Москвы уже замужней Майи. Старшая сестра, москвичка, артистка, замужняя. От восхищения голова кружилась. И привезла с собой настоящего москвича. Очень интересно, он высокий, такой был черноволосый, молодой человек. И Майя, они были очень красивой парой, любили друг друга. Когда в 56-м году у Майи Булгаковой Анатолия Ниточкина родилась Зина, жить оказалось практически негде. В коммуналке, которую они делили с отцом Анатолия, им доставалось 5-6 метров. А тут ребенок, дочка. И в 4 месяца Майя привезла дочь к нам в Краматорск. И фактически Зина для меня стала, конечно, дочерью. Это Верино негаданное материнство длилось целых 12 лет. Но вот не стала Вериной Майиной мамы, и краматорское семейство переселилось в московскую квартиру Булгаковой. Вера стала уже не сестрой, а дочерью Майи. Она всегда говорила, у меня 3 дочери. Вот Верочка моя, там Зина и Маша. Кооперативная квартира была заработана кровавым трудом Майи Булгаковой и Анатолия Ниточкина. Все в ней сияло чистотой и уютом, но Ниточкина в ней давно уже не было. Зина увидела своего отца чуть ли не в 20-летнем возрасте. Так что первое замужество Булгаковой оставило больше шрамов, чем романтических воспоминаний. Зато Алексей Габрилович принес в Майину жизнь и шрам, и сердечную смуту, и сумасшедшую страсть, и невозможность расстаться, даже когда разлука наступила. Впрочем, это относится и к жизни самого Габриловича. Из писем Алексея Габриловича Майи Булгаковой. 60-е годы. Габрилович в одной из командировок от телевидения. Майю называет Машей, Машенькой. Здравствуй, моя родная, любимая Машенька. Я постоянно думаю о тебе. Как там у вас? Я очень люблю тебя и очень скучаю. Крепко обнимаю Зиночку. Целую вас, мои дорогие женщины. И вы не забывайте меня. Пишите, скучайте. Ваш кормилец, поилец Алеша. Родная моя любимая девочка, я очень прошу тебя писать мне почаще. Это для меня очень важно. И каждый раз, когда я получаю от тебя письмо, день становится праздником. Не забывай меня. Не забывай получать мою зарплату. Может быть, она немного облегчит твое одиночество. Машенька, родная, будь умницей. Веди себя на хорошо и отлично. Читай книги. Книга – друг человека. Не путать с собакой. Машенька, родная, ночуй дома, не шляйся по мужикам. Все эти походы чреваты неприятными последствиями. Запомни это. Я понимаю, как тяжело приходится одинокой женщине, да еще с таким необузданным темпераментом, как у тебя. И все же советую потерпеть. Вспомни героев-комсомольцев, Космодемьянскую, Громову, Шевцову. Пусть в трудную минуту их образы возникают перед твоим мысленным взором. Крепко целую, обнимаю, кормилец. Майя Булгакова Алексею Габриловичу. Алешечка, я прочитала твои письма и поняла, что если сейчас не напишу, то ты забудешь меня. У Глеба Панфилова был один съемочный день. Пришла телеграмма, что я должна быть у Глеба. И если бы я не приехала, то законсервировали бы картину. А ты спрашиваешь, когда я буду дома. У меня от всего просто ужасно болит голова и постоянное желание плакать, потому что не могу сосредоточиться и думать над ролью. Когда снимали в Муроме, Глеб громко объявил: «Снимаем по просьбе Алеши Габриловича». И сняли крупный план в сцене пьянства. Потом, через полчаса, я поняла, что все это было неуважительно. Хулиганство. Я поправилась аж на 3 килограмма. А он ругался, что это плохо для роли, и что я не артистка. А ты просишь 5-6 килограмм. Болит голова. Пиши мне. Целую. Майя. Габрилович Булгаков.
Я очень жду от тебя писем. Они меня очень согревают, хотя в городе температура за 25. Я все время думаю про тебя и скучаю, и хочу тебя видеть. Твое последнее письмо я перечитал аж 3 раза. Майя, как бы ни сложилась наша дальнейшая жизнь, знай, я тебя люблю, я тебя любил и думаю, буду любить. Роднее тебя у нас, это я себе в третьем лице, увы, никого не было. И это проверено годами. Ладно, все это сентиментальная чепуха. В общем, не забывай меня и помни, что я живу на этой земле, и я люблю тебя. Привет, целую. И вот в таком страстном и, казалось бы, неуязвимом романе вдруг случился неожиданный и, увы, банальный поворот. На сообщение Майи о том, что она ждет ребенка, Габрилович заявил, что к этому ребенку он не имеет никакого отношения. Масло в огонь подлила мама Габриловича, изначально считавшая эту связь недостойной своего сына, мальчика из хорошей семьи. С кем сошелся? С девчонкой из Краматорска? Да если б с девчонкой, бабе уже за 30, сядом на руках, а ты-то моложе на 5 лет. Эх, Алеша, Алеша. Для Майи этот привет из хорошей семьи был, разумеется, смертельным ударом. Но Майя была живучей. И тут рядом оказался Александр Сурин, сын генерального директора Мосфильма, тоже юноша не из пролетарского семейства. Двери высшего московского общества снова распахнулись для девчонки из Краматорска. Но дело не в этом. Дело в самом Сурине, ослепленном сердечным чувством к Майе и готовом на все ради любимой женщины, которая, кстати, тоже была намного старше его. Приезжает отец очередного поклонника, забирает ее в этом положении, потому что сын приложил, так сказать, дуло пистолета к виску и сказал: застрелюсь, если, так сказать, вот она не согласится быть моей женой. И генеральный директор киностудии «Мосфильм» приезжает за нею, забирает ее из-под носа Алеши Габриловича, который является отцом ее ребенка. И, насколько мне известно, я родилась Марии Александровной Суриной. Забирал ее Сурин и Саша Сурин. Но у меня свидетельство о рождении, то, которое сейчас есть, оно выдано уже, когда мне было 3 года. Мария Алексеевна Габрилович. Не знаю, почему, как и какой силой должна обладать эта женщина, притягательной, чтобы заставить себя любить, и не просто себя, и ребеночка, которого она носила. Вот эта загадка Майи Булгаковой. Действительно, это поступок. Наша двухкомнатная квартира у Майи, кухонный столик. И на этом столике пеленали Машку. А так как она была у нас очень болезненная, ей вставляли трубочки, нужно было отсасывать, чтобы у нее животик не болел, в попку. И он это делал. Я вообще умирала. Я думаю, отец не всякий сможет это сделать. А он так нежно относился и к ребенку, и к ее матери, что, ну, к сожалению, их отношения как-то очень быстро потом прекратились. И он ушел. Красивый ты парень, Степа. Есть немного. Много лет спустя Алексей Габрилович пригласил Александра Сурина в свой документальный фильм, где вспоминалась их совместная стиляжная юность. Сань, а покажи, как стиляли. Ведь тоже ведь стиляли соответствующим образом. Страсти уже поулеглись, так что и Габрилович, и Сурин смогли не без улыбки вспомнить, что когда-то у них была жена одна на двоих. Но это будет потом, в 90-е годы. А в тех 60-х им было не до улыбок, особенно Габриловичу, который вдруг понял, что Маша – это именно его ребенок. Да к тому же и мама Габриловича, увидев девочку, тут же различила в ней родовые, так сказать, черты и сказала: «Наша». Любовный треугольник бешено завертелся и рассыпался. Майя снова была одна, но на пороге опять стоял Габрилович. Опять взаимные клятвы, опять сцены ревности, опять роман, что называется, насмерть. Она была и своенравной женщиной, не просто такой доброй, нежной и ласковой. Она, если что-то не по ее, то мало не покажется. И, значит, рассказывает фантастический: «Ой, слушай, что сегодня Майка учинила?» Они что-то подрались с Алешкой,
И царство им небесное обоим. Пусть они меня простят. Но это действительно было смешно. И Майка, значит, его отколотила. Он, значит, бежит по лестнице. Она сначала ему вслед по лестнице, там что-то летит в Габриловича. Потом он выскакивает во двор, а она выскакивает на балкон. И вслед ему несутся такие речи. Ну, да, я не буду. Потому что все равно будет так делать. Пи-пи, пи-пи. И один прекрасный момент. Алексей говорит, да вот мы, нас отправляют там на картошку. На студии, на телевидении. И вдруг через день она приходит и говорит, а он никуда не уехал. Он там нашел себе бабу, извините за выражение. И тут он появляется там через пару дней, он появляется, и где ты был? И надо было это видеть, что там творилось. Это вообще было, ну, жутко там. В бой пошло все. Через какое-то время они опять помирились, все у них прекрасно, удивительно. Он сказал, чтобы я еще когда-нибудь, нет, Майя, я не это. Но, по-видимому, тот период, когда они ни секунды не могли жить без друга, уходило в прошлое. И начинались какие-то вот интриги, это небольшие скандалы не по делу и так далее. Ну, что-то уже у них не ладилось. Они прожили с семьей до 1970 года. То выясняя отношения, то примиряясь, то упиваясь воспитанием Маши, то пропадая в работе. И даже когда они разбежались по разным адресам и, казалось бы, начали новую жизнь, они продолжали ревновать друг друга. А Габрилович, к тому же, все острее ощущал свое отцовство. Если что-то не так, мама всегда кричала, иди к своим, Габрилович. Бывало, что уходила, но уже когда подросла, конечно, с мамой поругаешься, бежишь к папе наоборот. Нормальные отношения, ну разошлись. А потом время так залечило все, залечило, что даже рубцов не осталось. И тем не менее пришлось пройти и через одиночество, и через состояние чудовищной пустоты, так что Майя переживала и страдала не только на экране. Переживала. И звонила, и клала трубку. А Алёша даже один раз из ревности Алёше Габриловичу вызвала пожарную машину. Да? Там была гулянка, а мы живем вот не напротив. А у меня есть бинокль. Ну, это было давно. Сказала, позвонила пожарникам, сказала. Вот эти знаменитые окна, шестой этаж этого дома, вот три окна, в которые наблюдалась вся личная жизнь, которая бурлила в доме Габриловича. Бинокль, все видно было. И балкон, девушки стояли. Там, вы знаете, идет дым из окон. Но я... Три шерсти концерта там. Было и такое. Я не стесняюсь, ну что было с тобой. И пожарной команде объясняю все, что это вот. И меня простили, ребят, сразу. Ведь и моя бы так вызвала. Да? И моя бы вызвала точно. Храним, может пригодится когда-нибудь. Майя со своей подругой сидела в доме кино в ресторане. Ужинали они, и появляется красивый, высокий, молодой человек. Как мы потом узнали, это был Ричард Коллинз. А Майя могла вот сидеть за столом, человек проходит, она говорит, молодой человек, ну-ка остановитесь, подойдите, пожалуйста, ко мне. Ну, примерно так состоялось их знакомство, и он просто
с первых дней влюбился. А Майе, ну как, Майе, он был моложе, наверное, лет на 15, на 14. Англичанин. Стройный, как струна. Головка, как, ну, знаете, посадка, как Аполлона. И такой хорошенький, просто до просто потери сознания. Он абсолютно был принц, да. Он готов был бросить к ее ногам и сердце, и руку, и ногу, и глаза, и все. Да, он хотел на ней жениться, он хотел, чтобы она уехала с ним вместе. Но она не согласилась, он уехал один. Продолжая ее любить. И все-таки почти 2 года они были вместе. А так как Габрилович то приходил, то уходил, и несмотря ни на что считал себя все-таки мужем, то случались и потасовки. Когда между интеллигентными людьми становится женщина, они забывают, насколько они интеллигентны. Ричард Коллинз стажировался в Большом театре у Григоровича. Позже он написал книгу «За кулисами Большого театра», лейтмотивом которой стала его любовь к Майе. Несмотря на свой нежный и хрупкий образ принца, он на удивление спокойно парировал грозные пассы Габриловича и с завидной настойчивостью добивался руки своей мадам, как он называл Майю. Более того, он получил благословение своих родителей на эту женитьбу и даже привозил кого-то из них в Москву для знакомства. Но мадам не решила сказать «да». Мне кажется, Ричард был такой романтичный, он весь такой вот... воздушный, да, она такая земная, и ну куда. Из писем Ричарда Коллинза Майи Булгаковой, Лондон, 19 ноября 1972 года. «Моя мадам, моя любимая, жить без тебя ужасно больно, но то, что ты есть на этой планете, это большое счастье. Я люблю тебя, моя мадам, и буду любить до смерти. Я все время думаю о тебе, люблю тебя, скрываю это чувство глубоко в душе. Перед Богом ты, моя жена, и будешь всегда такой. Я еще жив и здоров, и люблю тебя все больше и больше. Это мой секрет, моя тайна, мое вдохновение. Целую все твое тело, лицо, все сердце, всю душу. И хочу быть с тобой хоть на час, на минуту. Люблю тебя до смерти. Твой Рич». Венеция, 19 мая 1973 года. Сегодня твой день рождения. Я сижу в самом лучшем ресторане и думаю о тебе. Я праздную твой день рождения. Как жаль, что не могу быть сейчас с тобой у тебя дома. Но я это все представляю, а ты это все чувствуешь. Я только что выпил за тебя вино, но думаю, что это не то. Так что я заказал водку. Поздравляю тебя еще раз и целую тебя нежно-нежно. Лондон, 1 мая 1973 года. Я думал, что все пройдет, что я тебя забуду. Нет, наоборот, ты все, ты реальная. Здесь только работа, карьера и друзья, слава Богу. Но без тебя все пусто. Мадам моя, я люблю тебя все больше и больше. Ты, всегда ты. Я с ума сойду от боли. Хочу каждый момент быть с тобой. Твой Рич. Через 12 лет Ричард приедет в Москву, и они встретятся вновь. Принц и мадам. У него уже будут жена, дети. У нее новый, последний муж, с которым ей будет суждено пройти до конца. Для Майи Булгаковой свадьба всегда была событием сакральным. Любовь, разумеется, важнее печати в паспорте. Но печать в паспорте и торжество по этому поводу словно бы охранная грамота для любви. Опыт нескольких разводов не разубедил Майю в обратном. И она была счастлива в 1972 году выдать замуж свою сестру Веру. Это именно Верина свадьба. Была бы, несомненно, счастлива на свадьбе Вериной дочки, тоже Маши, в 2004-м. И нескрываемо рада собственному празднику в 1978 году. С Петером Добиасом она была близка уже 4 года. И вот, наконец, их отношения узаконены. Ей 46 лет, ему 41. Торжество было скромным, но в душе Майи звучала и кружилась самая настоящая свадьба.
Петр Добиас был сыном австрийских коммунистов, бежавших от фашистского режима в Советский Союз. Родители, разумеется, репрессировали, и только после смерти Сталина семья Добиасов вернулась на родину. Петр, выросший в России, впитавший русскую культуру и язык, в начале 70-х приехал в Россию как преуспевающий бизнесмен. К его знакомству с Майей Булгаковой оказался причастным Владимир Кузнецов, муж Татьяны Конюховой. И он как сумасшедший влюбился в нее и все, и пронес эту любовь. Ее отношение к Пете, это было, как бы правильно выразиться, совершенно невероятно. Петр Добиас для Майи стал Петей, Петькой, Петюнечкой. Для детей Майи стал дружочком, для соседей – этаким Гароном Аль-Рашидом, осыпавшим их после каждого приезда из Австрии подарками. Для друзей Майи он тоже стал своим, и даже Габрилович не мог не подружиться с ним. Майю он, что называется, носил на руках, вывозил за границу, одевал по-королевски. В Майиных концертных поездках по стране был ее тенью. В определенном смысле Майя была для него божеством. А так как Майя Григорьевна была натурой не только страстной, но и взрывной, то Петр нередко попадал под горячую руку божества и терпел безропотно. Из записок Петра Добиаса. «Маюсенька, ты моя любовь. Я боюсь, когда ты от меня уходишь хоть на минутку. Когда тебе плохо, у меня болит сердце. Когда ты на меня орешь, я страдаю, любя, и люблю, страдая. Майя Григорьевна, я проклинаю каждую прожитую без тебя минуту. Я вас люблю, а вас нет дома. Черт побери!» Петр настолько растворил свою жизнь в Майине, что в последние годы забросил свой бизнес и в самом буквальном смысле не мог ни секунды быть без своего Маюсика. Он на алтарь, на Майин алтарь, если можно так выразиться, если это будет правильно, положил всю свою судьбу. Маюська, моя любимая, родная, когда же ты наконец поймешь, что я люблю тебя, что у меня другой жизни нет, кроме жизни с тобой? Как для меня унизительно слышать от тебя день и ночь какие-то необоснованные обвинения и подозрения насчет каких-то баб, любовниц. Кровиночка моя, солнышко мое, путеводитель, дружище моя, моя любовь. Ты единственная любовница, дурында моя самая большая на свете. Не забывай, что ты в первую очередь киноактриса, перед портретом которой я сейчас сижу за своим письменным столом и тоже плачу. Эта невероятная любовь связывала их 20 лет. В ночь с 1 на 2 июля 1994 года Петр умер. Ему было всего 57. Да, Майя всегда была живучей, но эту потерю перенести было невозможно. Она очень постарела. В один день, сразу. Угу. Знаете, она вот всегда была женщиной, женщиной, женщиной. Потом я прямо смотрю, вот она стала бабушкой. Угу. Что вы, когда он умер, она вообще вот сказала одному, ну, общему, знакомому, хорошему. «Агнес, я скоро умру. Петя каждую ночь приходит за мной. Но он все время меня зовет за собой». На протяжении последующих 3 месяцев ежедневно Майя вписывала в дневник горячечные строки. Это письма на тот свет. Из последних дневниковых записей Майи Булгаковой. «Сегодня 8 июля 94-го. Нет моего солнышка, ненаглядного друга, мужика, поддержки, сердца моего. И хоть я и целовала его холодный лобик, гладила холодные руки, все жду, что позвонит, войдет. Петя, Петечка, когда мы увидимся, обнимемся, любимый мой?» 16 июля. Пети нет 15 дней и ночей. Петя, дорогой мой, любимый, ты для меня не умер, просто уехал. Мы расстались, но я с тобой, а ты со мной. 23 июля. 22 дня нет Петеньки. Чем дальше, тем сильнее болит сердце, душа и все-все. Покинул, оставил меня на старости лет одну. 28 июля. Петечка мой, 27 дней и ночей нет жизни без тебя. Сегодня тебя нет 39 дней и не будет никогда. Как же ты бы жил без меня? Как бы стоял между 6-м и 7-м этажом, курил у окна,
когда я тебя обижала. И еще, если бы ты мог знать, как любила и любит тебя твоя Машка. Петя, забери меня к себе. 1 октября 1994 года Майя Булгакова после долгого затворничества согласилась поехать на творческую встречу. На окружной кольцевой дороге в районе теплого стана автомобиль врезался в придорожный рекламный щит. Не приходя в сознание, Майя Булгакова скончалась 7 октября. Судьба оказалась дорогой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий мой, пришли меня грешницу и услышав час сей молитву мою. Прости мои прегрешения и прегрешения чад моих. Не спошли им милости великие, богатые, даруй им здоровье духовное и телесное. Не спошли им всяческие милости, мир, покой, тишину и любовь в сердцах их. Покрой их дома сердцем неприходящим огнями чад, междоусобной брани. Прошу тебя, милости, не покидай впредь чад моих. И дом моего. Аминь.